Северная Осетия сегодня провели пробный ЕГЭ. Проходит он ежегодно в присутствии выпускников, но в этом году из-за эпидемиологической обстановки пробный ЕГЭ прошел без детей. Своего рода репетиция проходит сегодня по всей России. Организована она Рособорнадзором. Организаторы в аудиториях печатали и сканировали комплекты экзаменационных материалов. Первый ЕГЭ пройдет уже 3 июля. Каждому участнику экзамена будут измерять температуру, всех обеспечат средствами индивидуальной защиты. Воздух в аудиториях будет обеззараживать. Между партами дистанция в 1,5 метра. Всего в республике будет 23 пункта проведения экзамена. Могу сказать, что регионам дали право на усмотрение проводить экзамен или в присутствии детей, или без детей. Мы выбрали модель без детей. То есть сегодня мы опробировали все те технические возможности, которые у нас имеются. То есть самое главное, чтобы у нас не было технологических проблем, а именно с распечаткой ким, именно с, в общем-то, сканированием последующим и так далее материалов. Вот это главный момент, который мы должны сегодня пробировать. И, конечно же, очень важным для нас является то, как мы осуществим проведение экзамена с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, которые, опять-таки, даны нам в связи с распространением коронавирусной инфекции.